Дорогие друзья, шалом алейхем. Завтра вечером начинается Шви'и шель Пейсах. Это седьмой день Пейсах, когда мы отмечаем расчищение моря для евреев. На седьмой день после исхода из Египта евреи попали в очень тяжелую ситуацию. Перед ними море, а за ними египтян, которые хотят их убивать. И у них начинается паника. Другие молились, другие сказали, надо вернуться назад в Египет и сдаваться. А был один еврей, Нахшон, который сказал, Всевышний нам говорил идти, мы будем идти. И он прыгнул в море, и когда вода попала к нему до носа, тогда произошло расчищение Красного моря. И говорится в Торе, что в этот момент еврейский народ поверил во Всевышний и в Моисей. Спрашивается вопрос, они же до этого увидели большие чудеса, когда они вышли из Египта, когда Всевышний наказал египтян, они были наказаны с 10 казней. Почему только сейчас читается, что они поверили во Всевышний? Но причина, потому что до этого момента они не должны были принимать никаких решений. Их вели из Египта. То, что произошло наказание египтян, оно било перед глаза, но оно не касалось их. Но когда им пришлось сделать решение, они стояли все запуганные и не знали, что сделать. А один еврей, Нахшон, прыгнул и надеялся на Всевышний, и поверил на Всевышний. И они видели, как оно раскрылось для них, и стало землей, и они прошли через море, вот тогда они увидели, что когда мы надеемся на Всевышний, когда мы верим во Всевышний, Он для нас делает чудеса и даже меняет природу. Говорится в Талмуд, что супружество Всевышний решает, кто за кого женится, выйдет замуж. Супружество, оно тяжелое, как расчищение Красного моря. Тоже говорится по поводу пропитания, парнусы, как у нас говорят на идиш, заработок. Человека тоже тяжелое, как расчищение Красного моря. И спрашивается вопрос, кому тяжело? Всевышнему тяжело дать человеку заработать? Всевышнему тяжело помочь человеку найти друг друга и создать семью? Всевышнему было бы тяжело расчищение Красного моря? Но на самом деле речь идет о том, что не Всевышнему тяжело, а человеку тяжело. Когда человек должен принимать решение о создании семьи, у него начинается сомнение, вопросы, правильный это человек, неправильный. Даже если человек уже женился, его мучают иногда сомнения. Может быть, другой женщина была бы лучше, может быть, это не тот человек. Поэтому мы должны знать, что точно как когда Всевышний показал чудо расчищения Красного моря, был человек Нахшон, который поверил во Всевышний, надеялся на Всевышний, прыгнул и знал, что все будет хорошо, точно так в семейных отношениях. Всевышний решает, кто за кого женится, кто за кого выйдет замуж. Это решено уже 40 дней до рождения. Если мы делаем то, что положено, по всем традициям, создаем семью, как положено, основана на Тора, на ее заповеди, по всем традициям, живем правильный образ жизни, тогда мы можем верить во Всевышний и надеяться на Него. Когда речь идет о заработок, у человека мучает, что может быть он не то занимается, может быть он зарабатывает меньше, чем положено ему, вот у другого получается лучше. И у него есть сомнение, он мучает себе, что он не то занимается, что он безуспешный. Он должен знать, что когда он верит во Всевышний и живет правильно, дает десятину на пожертвование, помогает своим близким родственникам, которые нуждаются, тогда Всевышний ему дает то, что ему положено, то, что ему надо. И он должен верить, что то, что он получил, оно его, точно как Нахшон верил. Слово «вера» во Всевышний – это не то, что мы знаем о том, что есть Всевышний. Когда мы хотим сказать, что мы знаем, что есть Всевышний, это недостаточно. Мы верим, что Он знает, что нам надо и что лучше для нас.
И когда мы надеемся на Него, тогда нам становится легко. Оно тяжело, пока нет веры, пока нет надежды на Всевышний. Когда мы говорим о том, что мы верим во Всевышний, это значит, что мы знаем и уверены в том, что нам поможет во все, что нам надо, если мы делаем все правильно, как Он нам сказал. Знать о том, что есть Всевышний, это недостаточно. Например, когда мы смотрим на красивый мебель, мы знаем, что человек сделал этот мебель. Но человек, который сделал этот мебель, уже не имеет отношения к мебель, который он сделал. Оно живет отдельно, а мастер живет отдельно. Вера во Всевышний, это значит, что мы не только знаем о том, что Он есть, что Он создал мир, а что все, что происходит в этом мире каждый день, каждую минуту, это все в руках Всевышний. Наше дело это только показать Ему, что мы верим и надеемся на Него. И мы делаем то, что положено, то, что Он от нас просит. И тогда Он нам даст то, что нам надо для хорошей, прекрасной, веселой жизни. Вот это то, что учит нас седьмой день Пейсах и о семейных отношениях, и о успех в работе и в бизнесе, о парнусе, который нам надо, что несмотря на то, что это тяжело, оно тяжело, пока мы не верим и мы не надеемся на Всевышний. Seid gesund, с праздником Швии шел Пейсах, Гуд Шаббес.